Продовжимо обговорення політичного тижня. Тепер з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що добрий завітали. Вечір. Як ви оцінюєте цей пленарний тиждень? Якщо він став таким скандальним, то чого очікувати ще протягом 4 тижнів до виборів? Мені цікаво. Ну, во-первых, скандали будуть продовжатися, тому що тот уровень корупції, який сьогодні породив режим в стране, он обязательно выплескивается в виде вот таких скандалов. Что касается работы парламента, это была абсолютно пустая неделя. Под видом защиты национальной безопасности пытались протащить законы по изменению воинских званий там, причем абсолютно абсурдные, заменить прапорщика на мастера-сержанта званием. Неужели это так важно сегодня для страны, когда есть очень много вопросов? Действительно жду люди решений поддержки их социальной. Так вот, парламент под конец недели парламент втянулся в закон о языке, который является чисто предвыборным, карательным и разделяющим общество. И дальше шли там незначительные ратификации по исключению двойного налогообложения по торговле с Катаром. Абсолютно сегодня не актуальный закон. И подобная вещь. То есть была продлена работа Временной следственной комиссии по убийству Катерины Гандзюк. Тоже непонятная история, потому что давно уже понятно было, что правоохранительные органы искали, на кого свалить вину, там выбирали, политически торговались между собой. И давно можно было закончить это расследование. И у нас практически у людей уже теряется терпение. В общем, парламент втянулся в предвыборную кампанию и работал сам на себя и выполнял часть предвиборної кампанії Порошенка. Чим закінчиться скандал з корупцією в оборонній сфері промисловості? Чи ви вірите ви, що це розслідування буде доведено до кінця? Будуть чи забудуть її поховати, як багато інших? Да, будуть пытаться заговорити. Создали очередну слідчу комісію, яка не має прав ні законодавства і просто буде розказами займатися. Позиція така у нас. Я считаю, что президент Порошенко должен прийти в парламент. Он любит туда ходить на разного рода голосования. И отчитаться, как получилось, что абсолютно циничным образом окружение его, включая руководство Совета национальной безопасности, проводило вот такие масштабные коррупционные операции, обворовывали бюджет, обворовывали пенсионеров, военных. И все это проходило в течение нескольких лет. Судя по той информации, которая уже даже генеральный прокурор озвучил в парламенте. Должен быть отчет президента. В любом цивилизованном обществе при подобном скандале в период войны, наживе на крови, президент должен уйти в отставку. И это будем мы требовать. А как вы думаете, этот скандал может повлиять на результат выборов 31 числа? Безусловно, это скажется на предвыборных рейтингах и, скорее всего, это не последний скандал, потому что воровали много и часто. Ну и за досвідом попередніх виборчих кампаній мы знаем, что найгаряченько припасають на останні дні перед выборами. Ну тут даже дело не в том, что припасает, а в том, что такая масштабная коррупция была последние 5 лет, что вот сегодня начинают выплескиваться, уже не могут они ее сдержать. И вот эта пацанва, которую показывали, которая торгует вооружением, наживается на наших военнослужащих, прикрываясь окружением президента, но это безобразие, это чистый позор для страны. И я считаю, что президент должен прийти в парламент и честно сказать, как так произошло. Що скажете з приводу індексації пенсії? У нас люди тепер на руки мають отримати не менше 100 гривень додатково, в середньому 250. Ви вважаєте таке підвищення ефективним і, ну, взагалі справедливим? Удивительно то, що це совпало з передвиборним місяцем. На самом деле, по закону, индексация пенсии должна происходить каждый год на размер официальной инфляции. И это правительство и предыдущее этого не делали. Практически они 5 лет обворовывали пенсионеров. Они 5 лет принимали бюджет, который пенсионеры, по которому получали все меньше и меньше денег, а силовики все больше и больше. Теперь, когда наступили выборы, они решили, что давайте мы что-то дадим этим людям. Причем особенно цинизм в том, что они же их и обворовывали. Теперь они говорят, мы вам чего-то дадим. Почему 100 гривен? Почему
нарушается опять законодательство, поскольку должны были пересчитать на уровень официальной инфляции. Она как минимум 10% была каждый год, и пенсии должны быть пересчитаны согласно вот этому уровню. То есть это, когда не получилось незаконным методом через сетки скупить голоса избирателей, потому что скандал этот видела вся страна, когда раздавал блок Петра Порошенко деньги по стране, вывозили из офиса народных депутатов и возили по квартирам. Когда это вынуждены были остановить, решили идти подкупом официальным. Вот, такую, грубо говоря, дать маленькую сумму, подачку, перед этим забрав у людей, забрав у пенсіонерів. Декому буде не маленька сума, деяким дістанеться 2400, це компенсація за кілька років там, мінімальної пенсії, але вона дивним чином буде співпадати з голосуванням першим і другим туром. Голосування в парламенті. Во-вторых, почему 2400, когда надо было рассчитать и показать людям, сколько это? Вы же отобрали эти деньги у них. Они же сами их отобрали, обрекли пенсионеров на нищету. Теперь цинично говорят, давайте мы вам что-то дадим. Ну, мы же хорошие, мы дальше будем 5 лет еще раз дальше вас обворовывать. Вот так вы сейчас проголосуйте за 2400, а мы дальше будем грабить и, как в оборонпроме, воровать. Вот что происходит на глазах у всей страны. И, конечно, это вызывает негодование. Зрозуміло, дякую за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання.